Спеціальна премія Могилевского областного виконавчого комітету уручена молодым спеціалістам, которые работают у социальной сфере. Церемония узнагородження пройшла у областном центре творчества. Спецпремия присуджена у 6 номинациях. Подробности у наших корреспондентов. В номинации «Социальная защита населения» награждаются Уліку лауреатов, представники установ адукации и социальной обороны, культуры и мастерства, спорта и туризму, средств массовой информации и громадско-политической деятельности. Менавіта гэтыя молодые люди складывают основу белорусского громадства, отзначил подчас меньшавания старшиня Могилевского облвыканкама Владимир Доманевский. Керовник в области подяковал лауреатов за уклад у развитие региона. То, что вы сегодня впитаете на школьной скамье, в студенческой аудитории, на своих первых рабочих местах, конечно, зависит будущее нашей страны. Насколько вы ответственно подойдете за социальное, именно социальное и экономическое развитие нашего общества. Одним из лауреатов стал студент 5-го курса Белорусской Державной сельгазакадемии Роман Качан. Выпускник установы уверенно отчувает себе. Есть опыт деятельности и на посадах керовника, и он старшиня координационного студентского совета академии, да и занятия наукой дает мощный подмурок. По распределению буду работать в проектном институте Гродно Гипрозем, однако планирую поступить в магистратуру. Поэтому, соответственно, в планах наукой заниматься продолжать. Дипломы и премии отримали амаль 50 человек. В беседе с лауреатами становится зрозумелым. Узнагорода не повинна стать пиком у досягнениях. Это только стимул для дальнейшего развития. Конечно, сегодня переполняют эмоции, бьют через край. Нужно отметить, что любая работа, любое дело обязательно будет по плечу, если ты знаешь, что твою работу видят, если ты понимаешь, что твою работу ценят. Поэтому в планах на будущее будем дерзать, будем стараться делать лучше и больше. Лауреатом стал первый раз. Очень доволен. Спасибо большое области за такую поддержку. Ну и большое спасибо хочу сказать своему центру, который готовит, своим тренерам. За 10 лет в учреждении, в котором я работаю, многое было сделано. И спасибо моей команде, моему отделу. Я буду стараться дальше, как бы, в культуре в нашей преподносить все, что могу я, что у меня получится. Молодь – один из основных китов, на яких грунтуется громадство. Еще раз это подтвердил и 5-й Всебелорусский народный сход, який вызначил головные направки развития Беларуси. То, что Могилевщина мает талиновитую и перспективную молодь, можно не сомневаться. Это бачно из наступного узнагороджения, которое так само прошло на этой сцене. Десятки представников региона стали переможцами заключенного этапа республиканской олимпиады по учебных предметах. Подяка им и их батькам. Олесь Рыбалка, Виталь Вопсев, Новини.